Когда мама уходит на работу, оставляя ребенка с няней или бабушкой, она очень переживает, что малыш плачет, прощаясь с ней. Но ей говорят, как только ты ушла, он успокоился и вернулся к своим игрушкам. Он плачет потому, что по-другому пока не может выразить свои эмоции, испытывая чувство тревоги за себя и за маму. А если и мама очень тревожный ребенок, тонко чувствует ее настроение и беспокоится еще больше. Для маленьких детей отсутствие мамы в поле зрения – это значит, что мама вообще не существует. Да? То есть они не могут понять, что мама может существовать даже в тот момент, когда ее нет рядом. Он действительно перестает плакать практически сразу же, как только мама закрывает дверь. Вот. И маме это нужно прежде всего понимать. Второе. Ей нужно, наверное, обратиться к тому, а почему же я так реагирую на такое поведение ребенка? В чем причина моей такой вот привязанности к ребенку? И тут тоже могут быть очень разные вещи. То есть ребенок для нее может быть вообще вот самое главное в жизни, что у нее есть. Да? И тогда, а какие же у нее отношения с супругом, например, да? Или какое у нее отношение к работе? Может быть, она бессознательна и не хочет совсем на эту работу-то идти. То есть маме, конечно, нужно проанализировать, да, причины своего такого отношения к слезам ребенка и найти истинные причины. Если ей самой трудно с этим справиться, может быть, даже к психологу обратиться с этими вещами.